если в Лиге Европы мы выступили крайне неудачно, и все наши команды в первых же играх вылетели, то две команды, которые участвовали в Лиге чемпионов, это ЦСКА и Казанский Рубин, они сыграли очень и очень прилично. Ну, ЦСКА, вы знаете, отлично вышла из своей группы, и вышла из группы, где она теснила чемпиона Германии, Вольфсбург. Она оставила его на третьем месте, заняла второе место, и эта команда армейская вышла и играет дальше. И я думаю, что если они еще и усилятся, усилятся они наверняка к февралю месяцу, когда будет продолжаться Лига чемпионов, то они могут пройти очень и очень удачно. Во всяком случае, то, что ЦСКА не могла сделать с Газаевым и не могла сделать с тем составом, который был все-таки намного лучше, да, а сделала вдруг довольно-таки неожиданно в сезоне, когда команда поменяла трех тренеров. И казалось бы, что, наверное, в команде разброд. Однако Слуцкий за последние два месяца сумел слепить команду. Я бы не сказал, что все здорово, что все позиции хороши. Нет, конечно. Вот. Но, во всяком случае, чувствовался коллектив и чувствовалось желание пройти удачно вот этот вот групповой этап Лиги чемпионов. И они его прошли. Особенно тяжела была последняя игра в Турции и я думаю, с Бешикташем, и я думаю, что именно там команда показала и большие волевые качества, и хорошую физическую подготовку, именно те качества, которые не хватило сборной в игре в Словении. Что касается Рубина, то он тоже выступил очень и очень неплохо, заняв третье место и тем самым завоевав право зимой играть в Лиге Европы. Я думаю, что та лига, в которую попал Рубин, конечно, та группа, в которую попал Рубин, конечно, очень и очень серьезная была. Ну, достаточно сказать, что это чемпион Европы Барселона, и это Интер, который последние три года выигрывает чемпионат Италии довольно-таки легко. И, конечно, из этой группы занять первое или второе место было очень и очень сложно. И все-таки Рубин сотворил сенсацию. Он отобрал 5 очков у Барселоны, что для всего футбольного мира оказалось огромнейшей сенсацией. И все дело в том, что в последней игре все решалось с Интером в Италии. И вы знаете, редко, когда в групповом турнире вот наши команды доходят до того, что именно в последней игре все решается. Я думаю, что даже несмотря на то, что Рубин проиграл эту игру, но все-таки не играло два основных игрока, Шаронов и Бухаров, которые были травмированы, это большое дело для Рубина. И Рубин показал очень и очень неплохую игру. Но и надо сказать, что и Интер отнесся к этой игре очень и очень серьезно, выставив полностью основной состав, поставив даже травмированных людей. Во всяком случае, Рубин прошел тоже очень и очень неплохо. И вот эти вот две наши удачи в самом конце сезона, они немножко радуют, я считаю, вот смазанный сезон, который им смазала сборная, да, вот эти две команды, они как-то немножко вселили надежду в сердца болельщиков, и будем надеяться на будущий год, что и они пройдут прилично, ну и то, что и сборная начнет удачно отборочные игры к чемпионату Европы.